Друзья, и снова всем привет. Вторая часть видео битых автомобилей. Вот, спасибо, то, что пишете комментарии. Спасибо огромное за подписку. Спасибо, что поддерживаете нас. Продолжайте в том же духе. Мы читаем каждый комментарий, отвечаем всем по телефону. Никого не бросаем. В общем, мы всегда на связи. Нужна помощь в приобретении автомобиля. Звоните, пишите, обращайтесь. Напоминаю, проверка автомобиля стоит 2000 рублей. Все наши ссылки указаны в описании канала, либо под каждым видео. Итак, находимся на стоянке. Все тот же самый список. Но сейчас, наверное, вот уже будет немножко поудобнее. То есть буду сразу говорить цену. Итак, Honda Vezel. Кстати, вон там где-то друг сидит. Знаете, я друзей боюсь. Поэтому буду очень аккуратно. Везель 2014 год, 4 ВДР, 1 миллион 45 тысяч рублей. Получил он в бочину, дверь под замену, крыло под замену, бампер остался целый. Вот здесь накладочка понадобится, немного задело литье, подвеска на первый, а здесь подвеска менена, порог подзагнуло, сам порог по низу. Ну, дверь, к сожалению, мы здесь не откроем, здесь все обклеено скотчем. Это не гибрид. По задней части автомобиль идет целенький. Не знаю, почему Везеля почему-то пользуется спросом именно гибрида. Гибридной версии. Кстати, у него очень хорошая комплектация, рейлинги на крыше. Еще открытый. Вот так вот салон покажу. Вот такой чисто городской кроссовер. Так, дальше идет следующий Везель такого вот серенького цвета, и он у нас стоит 1 миллион 89 тысяч рублей. То есть сзади мы сразу видим крышка багажника. Вот она идет коцка. Дверь, я думаю, дверь это сделается. Он на литье, на летней резине. Борт правый идет целый. Лобовое стекло у автомобиля целое. Это идет гибридная версия. По левой стороне. Ну что ж с ним такого-то интересного? А с ним по мелочи. Просто вот здесь вот шаркнут. Я думаю, дверь эту сделает. Менять ее никто не будет. Ну и вот здесь вот такие вот, такого плана вмятин. Это, ребят, тоже все делается. Ну, есть такие люди. Хотя, в принципе, сейчас реально такие умельцы. Это все, скорее всего, можно будет вытянуть в ноль. И красить даже ничего не придется. 4 ВД, гибрид. Кстати, вот если не гибрид, там устанавливается вариатор. Если гибрид, то установлен робот, роботизированная коробка передач. Тоже куча всяких разных комплектаций по Везелям. ГЛОНАСС. Сиденье, кстати, здесь тоже поднимается вот таким вот образом. Просто откройте дром, посмотрите, сколько стоит Везель целый. Не бит, не крашен. Автомобиль на самом деле довольно неплохой. Дальше стоит Suzuki Solio, 16 год, и стоит 579 тысяч рублей. Гибридная версия. Бампер нафиг, крыло нафиг, остальное все оставляем. И далее, да, вот по внутряночке что, ну все это сделается. Дверь целая осталась, лобовуха осталась целая, ключевой доступ, гибрид так немного задевает, не будем мучить не будем. Интересный салон, сиденья раздельные. Блять, неудобно, ладно, тянуться мне туда. Такого плана подлокотники, столики. Очень удобно, поверьте, места в соли очень много. Я так думаю, человеку любого телосложения будет удобно, что по передней части, что на передней части, да, что сзади. Подушки бахнули, напоминаю, то есть
Можно сделать все это грамотно, можно сделать тяп-ляп, да, как многие делают, как некоторые делают на продаже автомобиль. И смотрите, смотрите, сколько места в соли. Вот у меня Солио, Солио, Делика D2 всегда вот поражает, сколько у них, ну, реально много места. Что тут у нас лежит интересного? Нет ничего. Климат, ГЛОНАСС, вариатор. Опять подушка. Опять гудок работает здесь. Так. Автомобили такие, как правило, они не аукционные. То есть найти где-то в статистике не получится. Есть люди, ну, допустим, мы занимаемся подбором автомобилей. Мы знаем, где такие автомобили искать. То есть посмотреть, в каком состоянии они приехали. А так просто, я не спорю, есть исключения, когда можно зайти в статистику и увидеть то, что автомобиль битый. Но не всегда. Так, ладно, следующий. Honda Fit, гибрид, 16-й год. Это идет S-ка комплектация. S-ка — это самая максимальная комплектация. Выше, моднее, круче уже просто нет. И стоит эта S-ка 655 тысяч рублей. То есть с виду чем он отличается? Понятно, то, что тут фары линзованные. Тут идет штатное литье. И тут идет у нас обвес. Кстати, колеса здесь в S-ке идут на 16. Получил, вот как-то странно он так получил. В общем, крыло тоже нафиг под замену. У меня такое ощущение, но как бы с виду, со стороны сказать сложно, то что вот колесо у него немножко сдвинуто. Но опять же, если задело подвеску, возможно, поменяли стойку, там поменяли рычаг, да, но не сделали развал схождения. Дверь по левой стороне, она делается, обвес, порог остался целый. Подушки, как всегда. Кстати, Honda — это вообще отдельная история. Тут достаточно, тут морда на вся может остаться целая, все будет абсолютно целое. Вот будет какая-нибудь вот такая вот тычка на бампере, да, а подушка не рванут. Это касается именно Honda. Вот видите, вот здесь морда, но она целая, все. Все, вот планочка вот эта, вон там в шовчике, все идет целенькое. Правая сторона вся целая. Пойдем посмотрим по салону. Салон, значит, в S-ке. Сиденье идет вот такого плана, да, со строчкой. И идет черный потолок. Кстати, смотри, что там, подушки бахнули внутри. Кто-то там недавно сказал, ой, да черный потолок, и что тут такого? Да, ну, по факту, казалось бы, ничего здесь такого нет. Но реально, поверьте, черный потолок. Во-первых, он меньше пачкается. Ты садишься в автомобиль, но оно как-то необычно. Все привыкли видеть там белый, светлый потолок, а здесь он черный. Да, да, шторки тоже. Вот замятости вот такие остались. Потолок порвался, потолок тоже пойдет под замену. Ну и бочина, вот она вот здесь, подушка тоже взорвалась. Сзади все отлично. Fit, я даже не знаю, как его назвать. У нас идет поиск за поиском, поиск за поиском. Фиты, фиты, фиты. Очень много поисков именно фитов. Вкратце, пока ходим, поиск автомобиля. То есть есть штучный осмотр, который стоит 2000 рублей, а есть поиск автомобиля. Что это такое? Это мы с вами обговариваем, ребят, параметры, комплектацию, цвет, состояние автомобиля. Ну, допустим, вы хотите фит, да? Кстати, фит S-ка будет стоить не меньше 900 тысяч, нормальный. И мы идем, ищем, не ищем, а смотрим все автомобили, абсолютно все вот такие фиты, которые нам подходят на рынке, пересматриваем все, неважно, сколько их там будет, 10, 15, там, пускай хоть 50 автомобилей будет. В любом случае мы пройдем весь рынок и выберем самый лучший автомобиль. Такого не будет, что, знаете, вам там скинем один автомобиль, все, давай там покупай. Вы получите кратенькие фотоотчеты нескольких автомобилей. Вот, и уже потом будете принимать решение, какой из них покупать. После этого уже будет полная доскональная проверка выбранного вами автомобиля. Ладно, следующий фит стоит. Так, это 16 год, ЖК3 кузов, стоимость 595 тысяч рублей. 595 тысяч. Ну что, тоже морда. Хорошая комплектация, модное литье.
но 595 тысяч. 1.3. Для сравнения, да, для сравнения. Вот я не знаю, когда это видео выйдет. Вот это видео, скорее всего, выйдет у нас, наверное, или в субботу, или в воскресенье. Возможно, мы уже закончим поиск фита. Последний поиск у человека 750 тысяч. Хочется, конечно, помоднее, получше. Нашли мы автомобиль. Хороший нашли, относительно недорогой. С пробегом 50 тысяч. Я к чему веду? Стоимость таких автомобилей целых, да, с пробегом под 100 тысяч, стоимость будет 720-750 тысяч. Ну, а тут 595 тысяч за вот такой вот автомобиль. Переходим на противоположную сторону. Там несколько автомобилей уже проданы. Так, CHR 16 год, 1.2, 4 ВД, продан он за 1 миллион рублей. Ну, CHR, думаю, знаете, сколько стоит. Дальше стоит Mazda Axela, 16 год, 735 тысяч. Задето крыло, дверь, немного порог. Стойка целая, лобовуха целая. Ну, вот Mazda, да, поистине крепкий такой автомобиль. Подушки даже остались целы, но почему-то у нас Mazda особо спросом она не пользуется, честно, я не знаю почему. А, ну боковые взорвались, шторки тоже. Зато морда цела, комплектация тоже не из навороченных, без климат-контроля. Мне нравится Mazda. Ну, если честно, Mazda в эксплуатации у меня не было. Вот, но по салонам, по внешнему виду, в принципе, мне нравятся такие автомобили. Так я уже испугался, думал, кто-то там сзади вдруг идет какой-то к нам. Вроде на улице тепло, а вдруг не вылазит. А, ладно, Swift, красненький такой цвет, свежий кузов, 565 тысяч. 565 тысяч рублей. Бампер под замену. Подвеску, я так понимаю, сделали. Крыло поменять. Все, вот это дело там вырезать никто не будет. Это все закрасят, подкрасят. И будут ездить. Но подушки, опять же, подушки взорвались. Смотрите, а здесь уже бампер лежит. Полочка. Что у нас там интересного? На спидометре 220. Подогревы. Все дела. Ненавижу вот эти ручки. Ну реально, ненавижу. Хоть и бейте. Ну, кто так придумал? Что Везель, что CHR. На CHR это вообще нечто. Вот представьте, вы с ребенком, да, вот как ребенок туда потянется. Не, спору нет, это клево, модно, смотрится шикарно, да, со стороны. Но, опять же, это лично мое мнение. Мне кажется, как-то непродуманно это все сделано. Ладно, здесь все целое. Так, что у нас дальше, дальше, дальше. Вот здесь почему-то цена не указана. Нет у меня списка на данный автомобиль. Так, странно. Ладно, посмотрим, значит, с ним. Заднее левое крыло вмятина, вытягивается бесконтактно. Делать ничего не надо. Автомобиль закрыт. Да и вообще, в принципе, весь целый. X-Trail. Тоже такой идет целенький. Не знаю, что с ними, но догадываюсь. Пойдем посмотрим там, где есть цена на автомобиле. Так, ну и вы сильно не огорчайтесь. Помимо битых автомобилей, также есть и целые аукционные автомобили. Мираж 2017 год, стоимость
530 тысяч рублей. Почти целые. Вот это вот за битье, наверное, можно не считать. У него литишко, летняя резина, небольшая царапина на ручке. Это все меняется. Подушки целые, магнитофона тоже, к сожалению, нет. Но глобальных, вообще, прям глобальных вложений в этот автомобиль нет. Считай, по левой стороне прошли, все целое. Как говорится, сел, поехал. Бампер этот можно сделать. Стоит он 530 тысяч рублей, 2017 год. Хайджет, 2012 год, 339 тысяч. Где вы видели такие цены на хайджеты? Я думаю, нигде. Это старая цена. 339 тысяч. Да, он по кузову не идеальный. То есть у него есть какие-то вот мелкие вот такие вот рыжики. Но я думаю, он даже не крашеный. 339 тысяч. Это все мелочи. Это рабочий автомобиль. Порог. То есть он... Это не шпаклевка. Это не полезло. Просто подтерт. Болячка ихняя. Вот в этих местах и вот в этих местах. Потому что ты садишься сюда, вот, хайджет. У тебя постоянно нога вот здесь вот так трется. Автомат, ручник, автомобиль 4 ВД. Это самый-самый такой, даже не знаю, как называть. Пробокс — это рабочая лошадка, это кейкара — рабочая лошадка. Тоже вот эти вот автомобили, они всегда пользуются спросом. Прям вот, ну реально, прям всегда. Тот же самый Дейс, только ЕК вагон. 2013 год, стоимость 335 тысяч рублей. Тоже по жопе. Почти целый. Пару тычек, бампер. Ну и в принципе все. 335 тысяч. Розовый такой цвет. Так, ладно, переходим дальше. Prius 14 год. Где он у нас стоит? Вот он, белого цвета. 855 тысяч. Гибрид, полноценный гибрид. Вот эти Prius еще в 30-х кузовах, их водовых нет. 14 год, 855 тысяч. Целый автомобиль. Ну, лежит даже аукционный лист. Пробег 103 тысячи на автомобиле. Ну вот есть небольшая тычка на нем. Вот тычка, вот и вот здесь обвес. При покупке такого автомобиля, то есть уже каждый сам решает, где его делать, сколько денег за это давать. Дальше идет новых. Новых у нас 2015 год, 2 литра, 4 ВД. Они все двухлитровые идут, если не гибриды. Если гибриды, идут 1,8. 1 миллион 80 тысяч. Вот где взять новых за 1 миллион, свежий кузов, свежий. За 1 миллион 80 тысяч. Бампер передний под покраску. По левой стороне порог. Пластик. Низ двери под покраску. Все. Смотрите, климат. Чистый салон. Второй ряд сидений идет диваном. Полноценный третий ряд сидений. Кто-то там говорил, да, то что что-то я там не так сказал, мол, во всех минивэнах места мало, я сказал. Ребят, я понимаю то, что вот придраться можно к чему угодно, но вот вы просто возьмите камеру и попробуйте походить и поснимать. Да, не спорю, в Мазде места много сзади, именно на третьем ряду сидений. Но когда ты ходишь, снимаешь, ты не можешь это вот, скажем так, выразить, да, все, что ты хочешь. Ладно, отвлеклись мы немножко. Значит, Prius серый, 15 год, 845 тысяч. Шаттл 2013 год, 655 тысяч. 655 тысяч шаттл. Это Fit Shuttle, не забывайте добавлять приставку Fit. Тоже гибрид, 3,5 балла, 102 тысячи пробег. Нормальная, адекватная цена. А вот уже так. Но это что-то... Не вижу я ценника.
на стрим. А вот уже идет Honda Shuttle гибрид, 15-й год, 795 тысяч рублей. На литишке зимняя резина, обвес такой вкусный немного. Странно. Сейчас надо будет уточнить по цене. Смотрите, как вот три мешка покоцали. Я так думаю, это три мешка. Кому интересно, где находится эта стоянка? Как вам сказать, вон там въезд на авторынок «Зеленый угол». Вот это вот перед нами сейчас самая первая стоянка. Как вы на рынок, на авторынок «Зеленый угол» заехали, вот эта стоянка находится сразу справа. Вы можете зайти через эту стоянку, подняться вот здесь по лесенке, и вы окажетесь вот здесь. Вот вмятинка. По салону такие, такой он нормальный. Ладно, друзья, подписчики, дошли мы с вами до конца стоянки битых машин. Вот, всем спасибо за подписку, всем спасибо, кто смотрел до конца. Вот, ждем новых видео, ждем ваших подписок. Всем пока.